пока Владимир Владимирович в Кремле, он постарается вас не отпустить. По той простой причине, что он не может признать, понимаете, он не может признать вашу независимость. Вообще наше начальство, оно с трудом признало независимость там, бывших стран Варшавского договора, с трудом признало независимость бывшей Прибалтики, но вот признать независимость Украины и Беларуси они не могут никогда ни при каких условиях. Вы мятежная территория. Вы часть России. Вы должны быть под нашим протекторатом, либо в вассальной зависимости, а лучше просто членами нашего Российской Федерации. Когда Владимир Владимирович говорит, что у нас с вами один язык и это один народ, то самое страшное, что я, вот и мое предположение, самое страшное, он в это верит. Он действительно это верит, понимаете? Поэтому нет, он не отступит в этом смысле, он не может отступить. Но да, он будет искать там другие какие-то слова для того, чтобы обосновывать продолжение вмешательства в ваши внутренние дела, продолжать обосновывать то, что он держит все время вас на грани войны, ну и нас тоже, естественно, да. Вот. Но, знаете, я думаю, что вот это обострение последнее, когда ну, вот они ультиматум предъявили там, и так далее, оно связано вот с чем. Оно связано с тем, что ведь никакого внешнего триггера не было, правда? Значит, я думаю, что обострение связано с тем, что они сами чувствуют, не уверен, что понимают, но чувствуют, что их время уходит. Понимаете? Ну, смотрите, вы становитесь сильнее. Вот время работает на вас. Как бы там у вас там не относились к Зеленскому, Порошенко, там, кому-то, да, понятно. Но, тем не менее, в целом вы идете вперед. Ну, это очевидно как-то. Прямо со стороны так кажется, да? Вот. Путин слабеет. Снижается его поддержка внутри страны. Нет давно уже никакого крымского консенсуса. Никого же не интересует защита русских братьев, которым не разрешают разговаривать по-русски. Там, ну и прочее. Ерунда уже никого совершенно не интересует. Ну, в конце концов, ну, видимо, возрастные какие-то вещи. Он становится менее, так сказать, сильным, хотя он в хорошей форме. Но тем не менее, да? И поэтому я не исключаю того, что они чувствуют, что вот сегодня они еще что-то могут, а там через 3 месяца уже нет. А поэтому, если так, то задача ваша и задача ну, у нас таких людей, как я, которые не хотят войны ни за что, это откладывать эту войну. Понимаете? Откладывать. Вот каждый выигранный день – это выигрыш жизни. И это выигрыш шанса на то, что войны не будет. Потому что вот я думаю, что если война сегодня, она значительно более вероятна, чем война через 3 месяца. А через полгода менее вероятно, чем через 3 месяца. Смотрите, вот эта вот вероятность снижается. Просто потому, что вы сильнее становитесь, мы становимся слабее, наш режим становится слабее и так далее. Поэтому день предстоит ночь продержаться. Понимаете, вот насколько удастся отложить, настолько надо откладывать. Ну и тогда есть шанс, что войны не будет вообще.